Это какая свечка, офис и все, как я понимаю. А там есть прям к воде. Мы спустились к воде, и ты тут звонишь. Мы ее обратно. Я так и поняла. Набережная, южный променад. Южское шоссе. Так, сейчас планируем по центру погулять. Сейчас нас центр доставит, кафешечку пойдем, покусим. По центру пошатаемся. С 8 утра до 12 вечера, с 8 до 6 у нас будет конвенция, и с 8 до 12 у нас ужин в ресторане. Гуляем по центру. Ищем какой-нибудь ресторан или кафешечку перекусить. Мама на даче, да? Хорошо. Идем маму на даче кушать. Так. Принесли нам вот это вот сет. Это крепкий, да, алкоголик, да. Это сказали. Там, что, у нас тоже мы взяли с крепким алкоголем коктейльчики. У них какая-то ягодная там штука. У тебя куба, да, там что-то такое? С ромом. С ромом. А тут у меня какой-то ягодный. Клюква, смородина и хреновуха. Ага. Вот, в общем. Пока нам алкоголь принесли, сейчас мы пока нагулялись, устали, выпьем, потом нам все. Да. Развлекаются девочки. Да, вкусный салат, теплый, с печенью. И Тришка тоже такое взяла. Сейчас будет вообще. Вот я забыла. Официантка прикольная. Кристина там? Не строго. Да, хорошая девочка. Гена карбонара. Ну, там итальянский ресторан. Девочки, вообще, в общем, респект. Ресторан. Мама-няня, да? Мама-дача. Мама-дача. Уже вам объедки показываю. Наполеон мягенький, вкусный, юришки, медовик. Медовик тоже обалденно нежный. Ну вообще все, что попробовали, все, коктейль, еда. В общем, респект, все вкусненько. Так что, девочки, будете в Петербурге, вот, рекомендуем в центре. На Невском проспекте. Да, на Невском, по Невскому проспекту ресторан «Мама Дача». Просто шикарное обслуживание, девочки, все. Все, и отзыв обязательно тоже напишем. Классно, рекомендуем. Так, хорошо поели. Коктейльчику расслабились. Пойдем дальше гулять.
Полная сил, а то прям устали так. Все счастливые. А я вторую ноту не спутала. Реально вот самое. Уже весь растаял, хорошо потеплело. Красота. Это он, местные русские строители. Конечно, мы будем с вами выходить для фотографирования самых красивых местах нашего города. Памятник. Написано, не видишь, Ирина? Мост какой написано? Мост какой написано, не видишь? На Б. Сейчас я ближе подойду. Что за мост? А, Банковский мост. Банковский мост. Вот это вот у нас. Набережная, река Нева. Еще сегодня погода хорошая. Гуляем целый день. Красота. У нас немножко покатали. Кронштадт съездили. Сейчас пешочком по центру. Ресторанчики покушали. Ресторанчики выпили. Хорошо. Прогуливаемся. Красота. Да, вот вся дорога. Лыжная мостовая, это все называется. О, опять пропал. Вся буквально вот эта ручка. Всем привет! Мы уже на вайбе, ради которой я, собственно, сюда приехала, в Петербург. Вайб по перманенту. Так вот все здесь выглядит, пока в поле, пока начало, вот зарегистрировались. Санкт-Петербург.
Галина наша Рославская. Я не знаю, что это высокое, но...
мальчик с аллопецией, и поэтому будет очень интересно. Ну а сейчас начнем. Меня вы все знаете, кто не знает, пожалуйста, подписывайтесь на мой инстаграм, буду рада со всеми дружить. Что мы выбираем?
будем. Тоже шампанское. Потому что очень скоро он будет в нашем распоряжении на максимально. Что важно, в этой истории, родные, важно, что церемония награждения наших победителей чемпионата состоится здесь и сейчас. Чтобы мы все точно знали, что происходит. Можно сделать микрофончик погромче. Музыку потише. Спасибо. Прям можно даже убрать эти штуки, точно. Хочу обратиться, потому что меня не слышат, они же пьяненькие такие.
вот стоят, держат балкон. Сейчас на улице выйду, покажу им балкончик. Извините, пожалуйста, не смейте, где-то здесь входит. Вот, видите? Так вот держат, стоят. Ремонтные работы ведутся. Прохода нет. Возвращаемся обратно. Идем через Эрмитаж. Зашли в грузинский ресторан Чача. По набережной у нас вид из окна. Сладкий, я уже поела. Вкусненький был. Нет. Благодарю. Значит, грузинский хинкали с таким вот соусом сливовым, вкусненьким. Я себе пирог заказала. Вам. Как обстановочка. Ресторанчик. Хороший. Слышу, где хорошие вина у них грузинские, там он всякий. Принесли нам десерт, у меня Наполеон. Гена у нас, знаете, как замечательная пчелочка. Это у нас медовик. И у Иришки тирамису. Вот кофе с яичками, капучино. Так, вот пришли храм Казанской Божьей Матери вроде. Сейчас идем в большой храм. Нам советовали его посетить. Сейчас мы сюда зайдем. Зингер. Немцы. Так, вот еще до одного собора дошли. Но вообще сегодня надо памятник ставить. Это уже за сегодняшний день третий собор. Первомарской был, вот Казанский. Вот это вот. Сейчас поближе подойдем, посмотрим, что за собор. Так.
места, мы здесь не гуляли, мы же такие на теплоходе приглашаем покататься. Часовая обзорная экскурсия по рекам и каналам Петербурга. Карикатуры рисуют. Сувенирчики разные подают. Спас на крови. Собор Спас на крови называется. Вот.